Президент назначил на должность губернатора Минской области Анатолия Исаченко, который до настоящего времени работал в должности помощника президента Беларуси, инспектора по Минской области. Глава государства отметил, что Анатолий Исаченко знает всю соответствующую работу и имеет необходимый опыт. Кандидатура Анатолия Исаченко завтра будет предложена на сессии Минского областного совета депутатов для утверждения в должности губернатора центрального региона. Важнейшие роли в экономике Минщины играют выпуск продуктов питания и машиностроения. На территории области реализуется инвестиционный проект национального масштаба и значимости «Строительство китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». Освещать мероприятие 26-й ежегодной сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая откроется в Минске завтра, будут журналисты информационных агентств, телевизионных каналов, печатных изданий ряда стран-членов ОБСЕ. Уже аккредитовано более 55 представителей иностранных СМИ. Основная тема предстоящей сессии – укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ. По итогам планируется принять Минскую декларацию. В этот документ войдут рекомендации в области безопасности, экономики и окружающей среды. Виктория Азаренко вышла во второй раунд турнира серии «Большого шлема» Уимблдон. В трех сетах она справилась с американкой Кэтрин Беллис. Следующей соперницей Виктории станет россиянка Елена Веснина. Еще одна белоруска Арина Соболенко за выход в третий круг поспорит с Кариной Витхёфт из Германии. А вот Александра Соснович Уимблдон покидает после поражения от латвийки Елены Остапенко.